Ну вот у нас дни джаза в Гатчинском парке сегодня и вчера, суббота и воскресенье. Вот я вижу, там как раз одно из действий происходит около Адмиралтейских ворот. Это вот у нас Адмиралтейские ворота впереди, а вот там я смотрю, люди сидят около сцены. Так, сейчас за деревьями не видно уже, но сейчас подойдем поближе, будет видно. Сегодня в парк пройти нельзя просто так, 100 рублей надо платить. Эти два дня у нас парк стоит денег, вот, 100 рублей с человека. 100 рублей с человека, ага, ну вот там что-то вот такое. Вот посмотрим, елочку пройдем и посмотрим. Там туалеты поставили на плане парка, который продается в киосках с билетами. Все это дело, там указано, где туалеты, для чего, где сцены установлены. Одна из сцен в амфитеатре, одна из сцен в березовом доме, насколько я помню, одна вот здесь, ну и вообще в разных местах. Значит, так, люди собрались. Ага. Ну вот, белое озеро и сцена. Вход здесь у нас закрыт. Да, закрыт. Вход закрыт. Действительно, вход закрыт. Все, да. И тут все написано, сколько чего стоит. Я это уже озвучил. Ну ладно. Пойдем сегодня в обход парка. Через парк не пройти. Это еще раз крупным планом увеличим, посмотрим, что там такое. Посмотрели. Двигаемся дальше.